Если вы попадете в этот уголок земли грузинской, вы словно перенесетесь от дней сегодняшних в века минувшие, во времена, когда здесь жил и творил великий Шатар Руставели. И, может быть, сама царица Тамара молилась в этом храме, слушала песнопения в честь своей красоты и мудрости. И, наконец, вы увидите удивительное городище, Вардзию. Здесь жили воины, поэты и живописцы. Эти тонкие фрески пришли к нам из 12 века. Вот она, царица Тамара, хозяйка Вардзии. Воспоем Тамар царицу, почитаемую свято. Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то, писал Шатар Руставели. Вардзия некогда была неприступной многоэтажной крепостью, вырубленной в толще скал. Но землетрясение разрубило ее, и нынче она предстает перед нами как бы в разрезе. Здесь была кладовая. Тут воины праздновали свои победы. В этих покоях, по преданию, жила царица. Ее виночерпии брали вино отсюда, из этих подземных кувшинов квеври. А по глиняному водопроводу из хрустальных ручьев и серебряных водопадов шла вода. Такова Вардзия, одно из тех творений рук человека, которая будет жить и удивлять нас до тех пор, пока будут стоять горы.